Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, как можно научить своего попугая разговаривать. Почти все породы попугаев могут имитировать речь человека. Это очень нравится людям, и они приобретают себе именно этих питомцев. Но если теоретически все попугаи умеют разговаривать, то на деле научить их не так легко. Понадобится много терпения. Но, соблюдая все правила, можно научить своего попугая говорить. Легче всего научить разговаривать именно птенца. Начинать обучение следует с раннего возраста, а именно 1-2 месяца. Особенно быстро начинают разговаривать попугаи в семьях, где постоянно общаются между собой. Если ваш питомец внимательно прислушивается к вашим словам, то у вас есть все шансы научить его разговаривать. Попугаю очень важно слышать живую речь хозяина. Лучше начинать обучение с простых слов, например, «привет», «хороший», «кеша». Если ваш питомец хорошо запомнил эти слова, то можно начинать выстраивать из них словосочетание. Некоторые попугаи быстро осваиваются и начинают сами складывать слова в словосочетание, а многие пернатые способны запоминать сразу целые предложения. Как правило, попугаи охотно учат новые слова. Стоит запастись терпением. За день или даже неделю невозможно научить своего попугая резво болтать. Для хороших результатов нужно приложить старания. Возможно, питомец не захочет повторять за вами сразу же. Переходите к новым словам только когда почувствуете уверенный результат. Лучше всего попугай запоминает в максимально комфортной для него обстановке. Выпустите его из клетки, но будьте осторожны. Закройте все окна и двери. Постарайтесь ограничить присутствие других людей. Это может отвлекать вашу птицу, и он будет нервничать. Рекомендуется поощрять питомца вкусными фруктами или орешками. Специалисты рекомендуют начинать обучение в раннее время суток. Уделять уроку необходимо час-полтора. Также можно повторить урок вечером. Главное – выделить время и не торопиться. Будущим владельцам также стоит знать, что научить разговаривать можно только самца попугая. Самочки не запоминают слова, но они легко обучаются разным трюкам. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте.